После длительного весеннего дня, съездив на дальние острова Венецианской лагуны, я приехал в Венецию и прошелся вечером на площадь Святого Марка. Сколько же всегда здесь мечтал побывать вечером, никуда не торопясь, непринужденно пройтись, посмотреть этот, по известному выражению Наполеона, прекраснейший салон Европы, Компанила Святого Марка и многочисленные здания с галереями, окружающими площадь. Здесь находится одно из самых, наверное, известных, едва ли не самое известное историческое кафе «Флориан», представляющий собой целые дворцовые интерьеры. Вот в этом крыле находится городской музей Каррер, где я вчера побывал. Там же находится библиотека Святого Марка и очень богатое археологическое собрание Венеции. На знаменитой часозвоне звонится собора Святого Марка, отбивает 10 часов вечера. И вот сегодня как раз особенный день. Дело в том, что послезавтра западные христиане-католики будут отмечать Светлое Христово Воскресение Пасху. Верующие люди готовятся к этому празднику, и вот сегодня как раз действительно вот ничего не бывает случайно. По милости Божией, я побывал в соборе Святого Марка. Вход был сбоку, и мне объяснили, что будет церемония с патриархом. Ну, там на итальянском языке уж как возможно это мне было понять. Я осмелился попросить зайти туда. Это было даже не то, что богослужение, но уникальность, наверное, этого события была в том, что там присутствовал патриарх Венеции, такая должность, вернее, сан этого кардинала, все-таки его по-прежнему называют патриархом Венеции. И в конце богослужения, вернее, вот этого торжественной церемонии, были вынесены для поклонения великие святыни, в том числе часть животворящего креста Господня, святыни, которые хранятся в соборе Святого Марка. Для и патриарха, также и другие находящиеся там епископы, осенили всех великими святынями Иисуса Христа. И это действительно было вот такое, ну, казалось бы, нежданное, негаданное чудо. Даже не ожидал, что мне удастся присутствовать при такой церемонии. Я даже вообще не знал, что в соборе Святого Марка находятся великие святыни, которые, видимо, были привезены еще из Иерусалима святой царицей Еленой. Ну, как обычно это было, святыни находятся в самых разных городах мира, в том числе и вот в базилике Святого Марка. Ночью, надеюсь, что еще днем мне доведется сюда прийти и увидеть знаменитые мозаики, подняться к знаменитым коням. Очень давно здесь не был, поэтому сегодня, конечно, там было плохо, это видно. Но надеюсь, что все-таки посещу этот собор, а может быть, даже побываю здесь на торжественном пасхальном богослужении.